Всем привет! Сегодня я вам хочу рассказать, показать, как можно приготовить быстро салат, который называется «Осенняя сказка». Нам для этого понадобится 100 грамм чернослива, 100 грамм орешков грецких и 100 грамм изюма. Одна свекла нам понадобится, две морковки, очень такие вот средние, чтобы они были сочные, 100 грамм сыра. Также нам понадобится 5 ложек майонеза, и я туда выдавила 2 зубчика чеснока. Сейчас, что первым делом нам надо будет сделать, это смешать. Сейчас свеклу будем смешивать с черносливом. И добавим сюда 2 ложки майонеза. Все это хорошенечко нам надо будет размешать. И выкладим на блюдо. Теперь нам надо будет этот слой посыпать орешками. Хорошенечко посыпем. Разровняем все это. Так, теперь что мы сделаем? Нам надо будет морковь перемешать с нашим изюмом. Также добавляем 2 ложечки и хорошенечко все это размешиваем. Итак, мы выклали нашу морковь. Морковь надо будет протереть на мелкой терочке. Так, сейчас, когда мы это все выровняли хорошенько, подровняем, выклали, разровняли. Теперь у нас пойдет 100 грамм сыра. Мы также протерли на меленькой терочке. Сейчас мы украсим, высыпем. Разровняем все это, поправим вилочкой. Теперь мы выклали. Теперь надо будет перенести наше украшение. Розочку сделала из моркови. Также вот веточками укропа. Таким способом украсим. Всем приятного аппетита! Подписывайтесь на мой канал и узнавайте много нового. Всем пока!